Я хочу вдогонку моему прошлому видео о кривых зеркалах, которые стройнят. Я хочу немножечко тут еще добавить от себя. Вы знаете, много мне написали женщины про эти зеркала, что они их тоже встречали. Некоторые спрашивают, ну а как же вы не заметили, когда домой приходили, что совсем все не так? Да, действительно, все это я замечала. Я просто хотела именно сказать о том, что лучше, чтобы было как-то все-таки позитивное видение у нас, понимаете? И я вот тут как раз недавно слушала Татьяну Черниговскую, обожаю ее слушать. И вот послушайте, что она говорит по этому поводу. Это есть такая психофизическая и ее вариант, психофизиологическая проблема. Как из идеального получается материальное. Вот мы... Это что это такое? Неизвестно, что какое-то облако. А потом из этого... И это так влияет, ну, скажем, йоги там про это знают, ну, много примеров, да? Это так влияет, ваше плохое психологическое состояние может повлиять на ваше физическое состояние драматическим образом. А для нас, для женщин, очень много все-таки имеет значение наша внешность. Вы тоже знаете, что если вы выглядите прекрасно, то у вас и настроение хорошее. Вот я, например, стараюсь, проснувшись, делать все, чтобы выглядеть на целый день более-менее привлекательной. И вот такая вот я встаю, и потом крашусь, привожу себя в порядок, делаю маски, и уже совершенно другое лицо. Вот видите? Я помню, кстати, совсем недавно тут поехали мы с Мартином на его машине опять немножко погулять, пообедать. И вот я сижу с ним рядом на первом сиденье пассажирском. И у меня прекрасное настроение, я вот такая вот красивая, как я считала, у меня же зеркала-то все дома стоят так, как мне нравится. И вот, и вдруг случайно мой взгляд падает на зеркало боковое снаружи машины, знаете, с моей стороны. И я вижу, боже мой, вы не представляете, такой страх. Это как в самоваре вот смотреть на себя. Может быть, еще и там искажает это зеркало, я не знаю. Но я увидела какое-то ужасное отражение свое. Да еще не под хорошим ракурсом, как-то в полупрофиль. Ой, вы знаете, а я что-то была хихихаха. Мы ехали, я рассказывала. Мы смеялись. Мартин обожает, когда я что-то рассказываю, веселю его. И вдруг я замолчала, у меня испортилось настроение просто моментально на раз. И он потом пытался добиться, что же случилось, я что-то сделал не то, я что-то не то сказал. Я говорю, да нет, нет, ты тут ни при чем, все в порядке. Ну вот я так сильно отреагировала на то, что я увидела в зеркале. И зачем нам это надо, если даже вот профессор психологии, профессор мозга, Татьяна Черниговская вот так вот это все объясняет, что действительно мысль материальна, и она влияет даже на наше физическое состояние, то надо здесь быть очень-очень аккуратными. Привезла сегодня вас опять в красивый город на побережье. Это город Бембридж у нас. Хоть мы здесь с вами много раз и гуляли, но тем не менее я найду для вас опять какую-нибудь новую улочку, чтобы что-то вам показать красивое. Ну вот и вижу опять, посмотрите, как интересно, что здесь придумали на кустах. О, мало того, что тут козерожка стоит, так тут еще такой супергерой. Классно.
Ну и во дворе у них там детская площадка, конечно же. Кто еще? Конечно же, детвора придумывает все эти забавы. И вот белка издалека просто как живая. Уже соскучились по красивым солнечным дням. Я с удовольствием пойду с вами гулять на побережье. А пока иду мимо этого дома, все показываю вам у него тут задумки. Опять хочу с вами прогуляться по приват территории с красивыми домами, большими, с выходом на океан. Конечно же, англичане по-разному живут. Очень многие живут хорошо. Я вот, например, так понимаю, что если бы я родилась сразу здесь, в этой стране, то я жила бы, наверное, уже давным-давно припеваючи вот в таком доме. Ну или вот в таком. Потому что здесь, если ты имеешь достойное образование. У меня-то так-то, если кто не знает, целых 2 высших образования. Строительная мелиорация и финансовая экономист. И настолько жалкое существование я влачила в России. Наверное, потому что никогда не воровала. У меня даже в мыслях не было. Страшно было подумать об этом. А говорят ведь, что в России-то невозможно просто заработать. Все, кто честно трудится, ведет правильную жизнь, те считаются идиотами, лохами или как там. Я люблю Россию. И у меня всегда сердце кровью обливается от того, что люди там так плохо живут. Вы понимаете, я надеюсь, что я имею в виду. Большинство людей живет очень бедно. А здесь, вот видите, англичане, прожив жизнь достойно, с образованием, имеют хорошую работу, имеют прекрасный заработок и могут себе позволить вот так вот жить. Вышла на берег пролива Ла-Манш. А посмотрите, как красиво. Здесь вид шикарный. Вот там впереди переносное кафе. Сейчас я подойду и покажу вам его поближе. Наверное, я посижу и кофе еще попью. Есть у нас здесь такие переносные кафе на самом побережье. Устанавливаются. Людей здесь не очень много, но напоследок я хочу вам показать, вернее, дать послушать, друзья, вот именно английскую чистую речь от первоисточника. Это я записала, когда слушала радио, решила, почему бы не дать вам послушать. Интересно было бы узнать, а вот те, кто учили английский в школе, никогда не слышали английскую чистую речь от первоисточника, смогут ли что-нибудь понять. Если вам понравилось, друзья, то я могу вам еще кусочки вставлять вот такой вот чистой английской речи. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя.
Пока-пока. Would be to capture the carbon, take the carbon out of the natural gas, so to speak, as it comes out of the North Sea, pump the CO2 back down under the North Sea, which is an excellent place to dispose of CO2, and then put hydrogen into the gas network. And that would, we'd be able to convert a lot of our heating plants around the country to run on hydrogen. And of course, when you burn hydrogen, you just generate water, so that doesn't do any harm at all.